Привет всем, вы на канале Bear и Game. Мы продолжаем проходить Evil Within 2. И остановились мы с вами на том, что мы вроде бы шли куда? В театр, да? В театр? Но мы не дошли до него. Прошлая серия у нас была, мы спасали какого-то нового нашего союзника, нашего знакомого. Он нам обещал дать все запасы, если мы там ему куда-то там сходим. Пойдем мы туда, не пойдем, не знаю, решит Леша. Что-то ХПСки, давай. С помощью коммуникатора найдите творение Степана и уничтожьте их. Зап, мы сейчас пойдем. Мы подзаправились в прошлый раз, очень много убили зомби всяких разных. И тем самым набрали побольше здоровья. Так, нам Стингарч написал, что эту паскуду можно убить, но... Да, она что-то бегала. 5000 гелек, Олег Петрович, да нахер он мне нужен такую тварь столько убивать. Мы пойдем сейчас вот сюда пойдем. Мудозвон нам откроет ящики все. Кстати, эта ведьма с циркулярной пилой убиваемая, просто на нее немало патронов может уйти, но лучше против нее взрывные болты подойдут. Плюс на нее... плюс за нее дадут 5000 жижи дают. Ну, жижи мало. 5000, я уже десяточку там. Плюс, такие теперь не раз, могут не раз встречаться на улицах города в качестве сильных врагов. Так что, если захотите, можете попробовать сражаться с ними. И еще правильно сделали, что уделили внимание дополнительному заданию с Сайксом. Да, я тоже думаю, что неплохо. Потому что... А что там, дочек, можно исследовать. Ой, жизнь, ну ты тормозой. Мне кажется, хорошо, когда детали вот эти дают для оружия, там что-то такое. Чё ты? Добрал. Что взял? А, детали, смотри, взял. Плюс 10. Ну, 10 маловато, но зато хоть что-то. Смешные вы, удачи в игре и процветание канала. Чё с ним такое? Чё он так... Зомбаки появились. Да, спасибо, ребят, спасибо. Хорошие отзывы. Тварь, как двигается быстро, а? Будем надеяться, что наш канал будет цвести. Есть. И расти. Тварюга. Попал в голову. Попал в башню. У топорика нельзя. Да, топорик это вообще вещь. Интересно, я могу с топорика убить ту швабру? Он уже с одного раза убивает, правильно? 1250 жижи, да, за одного. Да? Неплохо. Блин, надо жижи побольше. Можешь отлить, пойти за уголок и забрать эту жижу. Пипикнуть немножечко, и жижа будет такая же жопа. Что-то орёт. Ничего. Ну, нам нету дела до этого. Кто там, что там он орёт? Да, что там, может посмотрим, может не светится. Пока ни хера не светится. Будет чем светить. Ящик можно ударить, да? Нет, дерьмовый ящик. Поганый ящик, не ударяй его. Сквозь него проходит рука, да? Да ей были, наверное. Вот это и есть это помещение. Вот нолик уже горит. Почта. Давай, подлюка, волохани. А, мы здесь были. Mm-hmm. Оба сразу как... Чё ему надо сделать? Кофейку не надо. Да. Еще детали, плюс 40. Что ему надо делать? Пока не пойдем, у нас ни черта нет. А что ему надо делать? Вот мы сюда и пришли. О, шприцок. Хорошо, максимально. Не понял. Я не понимаю, мы же пришли сюда, что ему надо? Вот мы здесь. Куда ему надо было, чтобы мы пошли? Здесь задание вот этого Сайкса, да, или как его там? Ну да. А сигнал в другом месте. Нет, вот это Сайкс, который нам ящики должен открыть. Вот это сюда, что ли, идти? Да. Ну, пойдем, похуй. Чё ему надо там найти? Это путь какой-то? Он сказал, что-то там ему сделать надо, и тогда он нам сможет открыть какие-то дополнительные места. Давай, ну как будто идет. На это. Босиком иди, скажи. У нас топорик есть, хорошо. Давай, глаза пускай свет упадаешь. Ага, я ничего не вижу, а? Все, устал. Пук-пук.
Ну давай, давай. Ладно, само. Это точно секс? А, е удержит. Да, удержим, мы удержим. Ну, цель, по крайней мере, здесь указана. Если цель здесь указана, то значит сюда. Ну и чего надо? Секс. Что вам надо? Теперь можешь открыть карту. Все. Да, ничего. Вот это оно, да? Да. Вот, нужно. Ёп. Хорошо, пойдем. Ну, до звона будет, это стерва будет арахать. Ну вот неизвестно, кто тут будет. Сейчас что-то щурится, щурится наш дело. Что-то пикает, там пик. А чё, мы к этой пришли? Да нахер ты нам нужна? Обратно приперлись. Ну ладно, мы сейчас мудню там сделаем задание, поэтому пойдем по основному. Да не надо нам мне зеркало. А вот это дверь. Нет. А, да. Пузырик что-то не было. Если что, сверяйся да, с картой. Да. Блин, 10 раз надо нажать, чтобы он что-то сделал. Блин, а там эта белая паскуда не будет? Может, будет. Так, это там шикарно. Вот. Ой, опять эта херня. Сюда же нам надо. Смотри по карте. Я не хочу рефинировать. Значит, нам туда не надо. Пойдем сюда. Слушай, а где мы снайпер пропукали? Не знаю где. По-моему, здесь. Да, вот эта паскуда белая. Она исчезла. Или не исчезла? Вот, посмотрим, что. Что-то наверху. Ни черта. Провода потные. Да, здесь эта белая паскуда была. Что-то белое. Ну, она просто куда-нибудь убежала, наверное. Ты... Ну, придется в обход, да, в обход. Если он так не пойдет. Вот сюда, блин. Ну, можно было и там пойти. А, нет, там нельзя было пойти. О! Не зря сходили. Чуть-чуть взяли. 20, да. Ну, так это так мало, если честно. Как здесь. Там надо 130 чуть. Да. Жесть, напугал, паскуда. Этот звук поганый. Давай, вот здесь эта жижа плавала, но она куда-то утекла. Слилась. Сама слилась. Канализацию, да? Пошли. Да! Ой. Туманчик. Это просто туман. Так, пикалёк возьмём, если что. Вот сюда. Ну чё, Мудин, сейчас мы тебе что-нибудь сделаем. О! Зашибись. А мы здесь и не были, на сколько всего. А, он сейчас нам откроет, и мы сюда наверное, залезем. Да. Давай! Сень, мы здесь. Ну все, все, не шутся. Получилось. Попробуй открыть. Ящик. Назад к Сайксу. Ящик какой-то попробую открыть. Да, хорошо. Естественно, не без проблем. Согласись, да? Сейчас забыл. А как они появились? Вот, уже глаз появился. Все, готовься. Бери там патроны, что тебе надо. А у нас топорик, мы с одного раза его убьем. Да, ну их там.
Не бзди, урод проклятый. Не на того напал, чтобы еще что-то было. Да, еще кто-то. Сейчас он опять дверь выбьет. И ты, блин, опять его топориком встретишь. Страшные они, уроды. Ну, страшные, как бы, да. Шкура, что ты такое есть? Ты больной? О, что там взять? Вот. Жижи нет. Жижи. А! Еще один топорик. И жижа. Стерва, как ты появилась? Давай, собачьим, посмотрим. Пройдем себе с мамой. Посмотрим. А там не было ничего света. Я сейчас пойду, схожу там и там. Там что-то было. Сейчас все посмотрим. Mm-hmm. Слайд. Реликвии прежних времен до мобильных телефонов. Такие встречаются разве что на старых чердаках антресолях. Посматривать их можно на проекте в кабинете Себастьяна. Хорошо. Вот для чего эти слайды. 2 из 11. Ошибись, 2 из 11. Слайды. Вроде бы больше ничего. Вот, видишь? Наверное, кусочки из жизни Себы. Себа. Зеба нахрен, Жера. Жара. Так, ну все. Пойдем. Повернись. Так, забыл. Ну там, я думаю, ничего не будет. Не, ничего не будет. Mm-hmm. Нет ничего, повернись. Я, значит, не зря я забыл. Побежали. Мы поедем, мы помремся. А, может, на карте отметим это место наше. Вот сюда, правильно? Тебе надо сначала в компьютер зайти, наверное. Вот где, где вот это, ты, да, сейчас ходишь в этом помещении. Это какая-то общая карта. Тебе нужно вот там где-то вот тетка сидела. О! Товарищи! А вы уже тут? В смысле, товарищи? Мне не надо товарищей. Ну ладно, враги. Вы уже тут? Чем мы их встречаем? Конечно же, топором. Сразу такой звук страшный. Что-то живую руку. Еще руку там какую-то вытянул. Плюс 200 жижи. Маловато, ну. Там двое? Да. Фигово. Далеко не можешь попасть. О, топор. О, блин, сломанный. Mm-hmm. Вот он с топором, кстати, ходит. Да? Не вот это, а вот тот, который у двери. Mm-hmm. Блин, козел поворотливый. Чё-то такой неугомонный. Так этот мудак с глухой, походу. Один глухой, не мой другой. Не мой глухой, да? Ой, куда-то он отъехал. Подвыпил много с вечерка. Подвыпил, ничего себе. Зомби-алка, что? Зомби. Ну стой, стой! Все, отлично. Пойдем собирать что-нибудь. В смысле, еще что-то тут? Ой, топорчик, зашибись. Так я ж тебе говорю, он с топором ходил. Что это было? Бери жижу и готовься еще к одному зону. Взял? Взял. Где это можно? Ух ты, козел. Он даже поговорил с тобой. Ух, уроды. Да успокойся ты, что ж такая бурная реакция? Не ори, ой, какая у тебя дерьмовая нога. Где ты там есть? Сень, дай жир. Ну что ты какой-то порох потный? Нам вот сюда. Зашибись, троих замочили. Ну, вроде правильно, да? Как мы там в обход как-то шли.
Вот сюда. Туда мы не смогли пройти. Теперь надо будет сейчас нам дойти до этого чего? Сайта. Чего? Да что-то там хрюкает, ну что. А, вон там зомби. О, бабка сильная. Это та, которая сильная? Да. С чем она там, с ножом? Какая она грустная вообще. Что-то грустная она. Ух ты, она еще жива. Так она ж сильная, ты же сам такой. Ведьма. Кому она бежит? К тебе, конечно. Она не бежит. Глаз пока смотрит. Топор у нас есть, да? А нет, у нас нет. Ой, бабуля! Это с щупальцами на голове. Слушайте, стрёмная вообще жесть просто, да? У нее что-то на голове там шевелится. Это втройне противнее. Ведьма! Что-то такая огромная. Сколько с нее дали? 1000 должно быть. 1200, да. Может, не нормально. Бабуля, как мне получила пулю в голову, еще жива осталась. Потом еще 4 раз кольнули, еще пушкой стрельнули. Да, сильная бабуля. Молодец, бабуля. Умеешь сил создавать себе. Пойдем дальше. Куда нам там надо было? Так, там тупик. Во. Откуда мы там пришли? Значит, вот сюда. Ты тут только что пришел. Вот отсюда? Ну, зайди, посмотри. Да я уже забыл. Отсюда я пришел? Да. Твою маму, я закружила и голова. Мы пошли сюда. Вот здесь мы не были. Давай попробуем что-нибудь замутить. Так, ну давай, да, давай попробуем. Почему бы нет? Так, слишком большую ты полосу сделал. Они у тебя должны быть одинакового размера. Ну давай, теперь что там? В, С, А. А, так надо с красной, что вместе? Да. Эй! Какую на? О! Че, фиговая, что ли? Зато не надо такую ширину теперь тебе. Теперь чуть-чуть высоту отрегулируем. Вот сейчас вернусь. Нет. Хоть бы там мудни не вылезли. Во, не зря зашли. Да, не зря. Детали, ух растения. Ух ты, цветочек, ну, до хера. Что здесь еще? Вот кулики такие на мне. Не берутся они. Странно. Ну ладно. Ты пистолет, кстати, перезаряжал? Сейчас перезарядим. Первоочередная и важнейшая задача — вернуть пропавшее ядро. Отделение ядра даже всего лишь на несколько часов может привести к сбою и программном коде STAN. Если после отделения ядра прошло более 36 часов, в действии и вступают инструкции, созданные для поиска и возвращения ядра. Данные инструкции предназначены только для сотрудников Мобиуса с допуском уровня Альфа, только и служба поддержки сети. Ну и зад, это все. Ух ты. Че там? Зашибись. Иди там бежим. Вроде бы все. Я тебе хотел сказать, ты попробуй перезаряди оружие. Может быть, в этом все дело? Р. Ничего. Теперь вот. А, дробовик. Перезаряди. Не перезаряжает. Нет. Ну все, значит, действительно, это для дробовика патроны, они у тебя по максимуму. Пошлите нас прям отсюда. Я уже говорила, мне в играх дробовики очень прям нравятся, мне кажется. Так, нам общее много
свалить отсюда, правильно, вот в эту дверь. Так, у меня ничего нету там. О, чё-то люди смотрят. Блин, что это такое? Болт, что ли? Сам ты болт. Пить ничего не будем, валим к этому, к Сайксу и кто там. Сейчас эту стерву встретим. Херня, такую, 5000 гелий, так неплохо, да. Зато надо хорошенько будет побегать. Так, я не сюда зашел. Но зато хорошо, что вы написали, что можно ее все-таки убить, потому что я думала, она будет в конце уже где-то там. А куда нам идти сейчас, подожди-ка. Финальным боссом. Наверное, ты правильно шел, вот здесь компьютер же находится. Блин, мы сейчас разворачиваемся. Я что-то вообще вышло. А я там зеркало увидел. Где? А, это компьютер, я думал, это зеркало, ёбан. Гуляем, что-то делаем, вообще зашибись. Бежим. Нам бы бегу увеличить побольше. Ну, они сделали, что здесь много чего можно сделать. Много чего можно подобрать. Много чего прибавить персонажу, там, пополнить. Поэтому на игру времени, конечно, больше уходит, чем... Она как мор. Знаете, в море тоже надо ходить, все собирать. Иначе не выживешь. Я думаю, здесь такой же принцип. Улучшать здесь обязательно надо его, потому что сейчас полегче, потом будет посложнее. Так, сейчас пока... Нам нужно подойти к Сайксу. А вот здесь что? К Сайксу. Нам еще бежать до него надо. О, чуть-то. Открыть что? Да. Ого, патроны. У нас магазин, кстати, больше стал, у нас теперь 20 помещается. Ну, хорошо. Раньше, по-моему, только 10 помещалось. Не надо зеркало, но надо. Где этот путь? Магазин мы увеличили. Да. Вот бы так резидент... Ой, резидент... Резидент Эвил шел. Ну там такие тормоза, жесть просто. До него еще дойти надо, помнишь? Да, да, конечно, помню. Что-то у нас сегодня, да, эта миссия заняла время. Можешь цель поставить. Так. Сайкс у нас вот зелененький, да. Да, спасибо Стингеру вообще, что он так столько нам подсказал, жесть. Да, это надо сидеть, изучать эту игру, что можно делать. Как узнать, что Е можно поставить, и вообще не... Как узнать, что... Вон там написано, Е-метка. А, Е-метка, мы что-то так... Я продинамил это все. Так, ну а куда? Куда увеличился? Ну, нормально. Чё, не дерьмо, скажи? Никакого. А вон там что-то светится. А эта фигня светится. Понятно. Фонарь уличный. Тихо. Орёшь ли ты? Или кто-то скрипит? Так, мы бега немного оставим. Потому что... О! Тебе не бегут. Надо окать. Так вон их там двое уже. Глаза нет почему-то. Они очни видят. Скотина. Дерьмо сдохнут. И второе. Тебе надо в металл идти петь с таким голосом. Да, козел. Там какой-то. Только на сцене так и поют, мне кажется. Еще кто-то есть, а нет. Да. И там еще. О, смотри, тебе какой бонус. 3600 гиря, мало. Здесь мы не пройдем. Да, здесь мы не пройдем, пойдем. Как-нибудь по-другому, блин. А растение образовалось? Там увеличивается, да? На увеличение идет. Чё из-за херня здесь образовалась какая-то фигня? Непонятная. Пойдем по лесочку, по тропинке. Вот здесь сейчас просто обойдем. Через маленькие заборчики можно перепрыгивать. Ой, хорошо, что можно голову им сразу кидрачить и не дохнуть. У нас еще топор, а его не возьмешь, наверное. Ну попробуй.
максимально, потом. Только один с собой может носить. А вот мы и прибыли. Да. А что здесь? Максимум. Максимум. Ну давай, Сэк, чтоб все ящики открыть, понял? А то пристрелю паскуду. Знал, что вернешься. Хап! Что это такое? Хапнул? Знал, что вернешься. Давай деньги, паскуда. Сервер подключен. Да, я уже вошел. Отпер все контейнеры с припасами, как и обещал. Шоу. Попробуй открыть вон тот. Спасибо, кореш, мы бегали по выполнению, присоска откачивать чего. Что такое, все максимально. И здесь. Ну, в общем, что там, там? Там еще большой стоял. Да? Ух ты. Ну что у нас здесь ждет? Ну-ка, сейчас посмотрим, давай. Детали 235 можно. 260. Пистолет с глушителем. Полуавтоматический пистолет с глушителем, который подавляет звук выстрела, но при этом снижает наносимый урон. Если применять осторожность, можно отстреливать отбившихся группы врагов. Хорошо. Mm-hmm. Да мы и так шпарим их. Понятно. Можно что... улучшить или не улучшить. Что ты там хочешь? Хочешь? Подожди, а как этот? А вот. Нам надо кнопочку задать этому оружию. Где она? С глушителем, да? Да, а где она? Здесь. Что такое R? Сменить тип. Вот теперь, наверное, ему поставь 7 там, да? R? Или что же это ее? Назад выходи. Хорошо, тебе да посмотрим инвентарь. Семерка стоит? А все стоит сюда. Да. Нет, мы его не будем пользоваться. Тогда валим отсюда. Ты не будешь улучшать, то у тебя там есть что-то? Сейчас улучшаешь что? Ну а почему бы нет? Давай заходи, заходи обратно. А что у нас там? Ну ладно, здоровье мы увеличили, теперь бы ему что-нибудь. А где здесь улучшать? Там зеркало. Сразу подышал. Зашел. Все, местный воздух плохой. Надо прийти отдышаться, да. Так, это. Что это? Это кабинет? Сейчас посмотрим. Там надо было. Коридорчик. Она же слайд не забыла. О, кот бегает. Кошка забыла? Посмотрим потом. Но я не видела, кошка или кот кто это. Так. Это он с женой своей, так, е. Кидман, ответь. Я здесь. Когда я впервые увидел Миру, она была в форме. Кажется, я влюбился в нее сразу же. Я не хотел себе признаваться в этом. После того, как ее ранили на задании... Я уже больше не мог молчать. Она была такой замечательной женой и матерью. Я даже забыл, каким хорошим она была детективом. Она поняла. Она догадалась, что смерть Лили была инсценирована. То есть, что Лили похитили. Я должен был сразу поверить ей. Ты никак не мог вычислить правду, Себастьян. Сам знаешь. Шоу вон. Иди в коридорчик. Кузя проснулся, молодец. Это надо было разбудить. Жора, ой ты, Жора. О, смотри, он тебе жижу дал, смотри. Такой, смотри, мяу, забыл. Ты забыл что-то. Молодец, Коша. Коша хорошая. Бантик кто-то тебе навязал. Молодец, Коша. Такая, типа, не взял. Куда понес, да? Нет, это ты обратно вернешься. Тебе надо к столу, к ремонтному и к креслу. Да, да, да. Куда ты идешь? Обратно иди по коридору. Да, да, да. Улучшим.
Деталей 260. Блин, да мне нечего создавать. Здесь ничего. Тогда улучшение. Посмотрим. Ну что вы? У нас 260, смотри, у нас есть. Что нам у нас? У нас скорострельность. Что такое скорострельность? Быстрее стреляет. Сколько это будет у нас? Что это такое? Снижает интервал между выстрелами, увеличивает частоту стрельбы. Сколько? 80 потребует. Ну что, брать или посмотрим, что еще есть? Давай еще посмотрим. Скорострельность, емкость, нахер. Огневой мощь. Вот здесь прям даже 7 пунктов есть. Давай посмотрим. Выбирай. Увеличивает урон при стрельбе. Вот это хорошая вещь, кстати. Да. Ну, они быстрее будут дохнуть. Да. А внизу что там? Внизу что там? Повышает вероятность нанесения критического урона при попадании в уязвимое место врага. Сколько? 30? 120. А, 120? Время перезарядки. Да, посмотрим. Давай. Что это такое? 120. Ну, параша, нет ничего, емкость. А где емкость? А вот он. Последняя осталась у нас. 120. Увеличивает емкость магазина. 10. Там 12 еще можно. Все, в общем. Ну, здесь все, теперь кресло. Пойдем жижу, сейчас мы вкачаем. Потратим, да. Ой, я хочу жижу потратить. Сейчас мы жижу все из себя. Ну, у нас сколько? 5000 есть, не помню. Всего лишь. Я не помню, сколько в том-то дело. Мне детектив. Чем я могу помочь? Откуда? Шприцов, давай шприц на. Так, шприцов у нас дохера. Ну давай, Е, появляйся, во. Ну давай, сейчас. И все, что ли? 4350? Значит, восстановление. Здоровья мы не будем брать. Что? Можно скрытность, да. Я думаю, бой, восстановление, атлетизм. Вот это что такое? Атаки ближнего боя, в том числе удары ножом и топором, наносят это больше. Хорошо, да, урона. Да, возьмем. А, вот это второе, что там? Дополнительно уменьшает дрожание прицела при стрельбе. Ну, да. Давай вот этот кулачок возьмем. Жесть, сколько ж там увеличить, чем он, кобзец. Посмотри, что еще есть. А уже ничего не... Уж не восстановление посмотрим. Да ничего не... А ты посмотри. Ну зачем смотреть? Все, 4. Все тут. Только по одной такой штуке, да. Ну надо больше их бить тогда. Валим отсюда. Теперь мы им будем больше урона наносить при ударе ножом или топором. Все, да, понял. Это хорошо, на самом деле. Мы сейчас и топором. Ножом тоже будем наносить больше. И ножом, и топором. Ну и то, что вручной этот бой. Не сколько огневой. У нас там на типаре? С 33 минуты. Тогда мы здесь тормонимся. Вот, в общем-то, у нас на серию хватило заданий. Кофе мы не будем пить, все у нас нормально. В общем, так чуть-чуть есть. Выполнили мы задание Сайкса. Открыли все ящики. Запятые. Я думаю, это стоит сделать. Сейчас сохранимся, запишемся. Оставим метку. Черная метка. Черная метка. Что нажать на время? За. Все, это здесь мы тормозимся. Спасибо, кто смотрел, кто комментировал. Продолжайте в том же. Подписка на канал, вступайте в группу контакта, комментируйте, лайка, пока, удачи. Пейте молоко, не курите, не пейте. Принимайте это успокоительное варенка. Да.